Thais? Oi? Здравствуйте. Меня зовут Роман. Что сказать? Значит, мы здесь у вас в гостях по одному, так сказать, что-то. Точнее так, у нас турне по городам России. Мы проводим некоторые... Мы проводим занятия по катам. Я провожу упражнение по дзюдо ката. Владислав Айкидо проводит упражнение по сувари-мацца. Это перемещение партере на коленку. И Андрей Юлай, мастер-ветеран дзюдо, он расскажет о том, как можно модифицировать некоторые упражнения, приемы дзюдо, если у вас есть какие-то физические ограничения по фактически каких-то частей тела. Но это в процессе вы поймете. Нам помогают две девушки, Елизавета и Софья. Ну, я так думаю, что, в принципе, много говорить не надо, а надо начинать, наверное, делать. Вот. Через упражнения мы будем постепенно понимать вообще, о чем идет речь. Но все-таки я хочу сказать, дзюдо ката – это комплекс упражнений, состоящих из 15 упражнений. Сегодня мы 15 упражнений не сможем с вами выполнить. Мы попробуем сделать одно, но целиком, полностью. Чтобы сделать 15 упражнений, нужно хотя бы год времени. Вот. А попробовать одно мы можем. С этого мы начнем. Немножечко давайте мы с вами подвигаемся, так сказать, как в качестве разминки. Я тоже покажу некоторые упражнения. Возможно, вы их делали много раз, но где-то есть маленькие нюансы. Может быть, где-то был пальчик из садик, и вам это будет вспомнить. Вот. Очень приятно, и очень удивлены, что сегодня мы проводим занятия в таком дамском приятном коллективе. Потому что те города, которые мы проехали, это в основном мужское сообщество. А сегодня, да. Ну что, начнем? Коллекция, да. Итак, всем нам известно, что мы можем перемещаться вперед лицом и спиной, правильно? А можем также перемещаться в левую и в правую сторону. Но в основном мы двигаемся в нашей обычной жизни и даже в тренировочной практике в основном как бы вперед. У нас такое движение, оно настолько заучено, что нам его повторять ну, как бы нет смысла. А вот движение спиной мы двигаемся очень редко. И в обычной жизни, и в принципе, так же, как и в какой-то практике изучения приема. Давайте вот немножечко подвигаемся так, отсюда в эту сторону, ну, до желтой линии и обратно. Вот такое упражнение. То есть становимся ручки вот здесь, и просто у нас вот такое элементарное упражнение. Да, мы движемся спиной. Да, замолодил. Все, что на тренировке работает спокойно. Не волнуйся, буквально. Вот, и так же в обратную сторону перемещаем. Легкое упражнение, не требующее больших физических усилий. Да. На что обратить внимание? Спиной мы, когда мы движемся вперед лицом, мы же смотрим, куда двигаемся. То же самое и спиной. Когда мы двигаемся назад, мы даже хотя бы не можем смотреть на левую направо. То есть мы стоим, если мы двигаемся, то мы немножко можем смотреть. Чтобы понимать, что там сзади происходит, не упасть. Вот это как дополнение к этому упражнению, да? Вот, хорошо, походили. Когда мы передвигаемся, мы должны четко ощущать, что наше тело стоит очень хорошо на татами. Если мы передвигаемся не очень плотно, да, ставим ногу, значит у нас устойчивость плохая, мы можем упасть. То есть на это тоже обращать надо внимание при передвижении. Еще у нас редко бывает передвижение в нашей обычной жизни боковых. Конечно, делаем их на тренировках, но очень мало, ограниченное количество раз. А они тоже очень важны и очень хорошо способствуют разминке и вообще положению тела в пространстве, когда мы двигаемся. Вот такой движение.
левой стороной, также здесь вы можете так вот здесь перемещаться. Просто перемещение. Попробуйте. Я уверен, что вы это сделали много раз. Поправьте сторону, просто правую. Не поворачивайте сюда. Хорошо. Маленькое дополнение к этим передвижениям я посмотрел. Очень стабильное положение тела для того, чтобы мы хорошо стояли на татами, когда ноги на ширине плеч. Да? Мы тогда очень удобно держим ноги. Как только у нас ноги вместе, вероятность падения очень велика. Если очень широко ноги, вероятность падения тоже очень велика. Я посмотрел, прекрасно передвигается, но у нас так. Мы становимся в положении ноги на ширине плеч, делаем чуть больше шаг, чем ширина плеч. И опять ноги на ширине плеч. Вот это самый экологичный шаг. Не соединяя ноги. Как только соединили ноги, вероятность падения очень велика, да? Может быть, кто-то попадался на какие-то ноги. Если соединяли, вам делали подсечных темп шагов, да? Когда мы ноги соединяем, партнер падает. Здесь же передвижение шире и опять. Но все время контролируем. Вот такой вопрос. Можете еще раз попробовать с контролем на ноги. Как у вас происходит? Контролируйте ширину плеч или не контролируйте. Почему мы иногда упражнения делаем,
замечаем у тебя, а наша основная деятельность с чем связана? Все-таки мы, у нас есть парень, да? Если мы руки вот здесь держим и разворачиваемся, ну, а где мы захват держим? То есть у нас должно быть понимание, что вот он парень, да? Я же не вот так это. Да, вот здесь тоже некоторый вот этот нюанс, который просто он выбрасывается из головы порой. То есть если мы вот так вот, я не буду бросать. Я сюда буду бросать, да? Ну, я руки все время буду здесь. Партнер то же самое делает. То есть я визуально представляю партнер. И мои все эти движения, они заложены. То есть я перемещение через живот вообще. Видите, я внутрь заворачиваюсь, как вот это вот движение. Ну, попробуйте еще раз. Три сустава, да? Запястье, еще
первое упражнение, все это так. Давайте, девушки, садитесь вот здесь. Дзюдо кота выполняется в паре. Сейчас я вам покажу полностью первое упражнение все, а потом разделим на части и вы попробуйте уже сделать это самостоятельно. Как и в обычном нашем отработке приемов, начинается все с ритуала, да? Есть определенные этические ритуалы, какие-то. Прямо становимся. Расстояние 2 метра. Показываю полностью, не показываю все. Специальная карта для женщин. Оно формирует эстетический
эстетику женскую, гибкость, грациозность. Вот. Хорошо. Сейчас мы сделаем с вами упражнение принимающее. Мы будем передвигаться спиной. Смотрите, что делаем. Правая нога шаг назад, правая рука. Вот что я делаю. И левая рука сюда смотрит. Разворачиваю пятку. Развернулся и поднимаю руки.
встать просто на свободное место. И у нас Разойдитесь по залу, без партнера сейчас. Так, правой рукой развернулась. Да, и попробуем. Пока без партнера, Пока без партнера, самостоятельно. Правый и левый рукой попробуем. Так, я просто сразу хотел обратить на ваше внимание. Вот у нас зачастую бывает так, что все наши трудности возникают только потому, что мы просто не внимательны. Мы не можем сконцентрироваться конкретно в одну точку. Мы как-то расконцентрируем. Порой бывает даже в соревновательном поединке, мы не можем сконцентрироваться, поэтому происходит у нас поражение. Да? Ну, давайте еще раз покажу. А, стойте так. Показываю. Шаг вперед правой ногой, рука вверх сразу пошла. Это финальный, да, вот? Мы развернулись. Теперь смотрите, рука одна наверху, рука внизу. Голова смотрит вперед. У меня пятка, где рука наверху, пятка разворачивается. Рука вверх. Представили. Теперь правую руку поставил на место, левую ногу. Развернул и вы. Это очень хорошее упражнение для координации движений. Девочки, не вот так, а вот так вот просто. У всех очень вот так. Вот так показывает, вот так вот. Чему все вот так? Маньяком включаем. Ну давайте попробуйте самостоятельно. Потом развернула, да. Да? Да. Посмотрим, у кого более лучше получается. Давай. Так. Ну что? Да, давайте так. Много времени не будем на это делать, потому что у нас еще есть кое-какая программа. Значит, смотрите, если я смотрю в эту сторону, то я в конце концов тоже развернусь вот в эту сторону. 180 градусов. Если я развернулся 90 градусов, значит я что-то сделал не так. Итак, смотрите, я смотрю в эту сторону. Развернуться я должен туда. Значит, я делаю шаг вперед. Так? Да? Или не туда я должен развернуться? Не туда я должен развернуться. Не 180 градусов, а 200. Сколько? 270 градусов. Развожу. Смотрю туда, развернуться сюда. 270 градусов разворот получается. Попробуйте, 270 градусов разворот. Это 90. Здесь у нас 180. И развернулись 270. Посмотрите,
А теперь у нас разворот будет внутренний, через живот. Какой будет, смотрите, мы сюда показываем, стопа у нас поворачивается. У нас произошел разворот внутренний. И раз. Действие. Теперь где рука высоко поднята, туда поворачивается стопа. Где рука ниже, эта нога присоединяется. Хорошо. Теперь где рука наверху, та же нога у нас делает шаг назад. Развернулись и руки поменялись. Попробуйте самостоятельно. Да, исходное положение. То есть мы опять возвращаемся вот еще. Вот исходное положение я принял. Теперь развернули. А, если у вас в ту сторону, да, вот так. Развернули. Приставили. Не-не, пока не разворачивались. Да. Теперь у нас правая нога вперед пошла. Развернули. И руки поменяли. Все время у нас идет смена рук. Одна наверху, другая внизу. Нога вперед, как бы уже нога назад. Хорошо, модель, давайте садитесь. Вообще очень хорошо все делают. Но, конечно же, как вы знаете, для того, чтобы улучшать качество выполнения любой техники, нужно время. Мы пока поверхностно все это с вами посмотрим. Да? А так, конечно, нужно как бы больше денег. Но сейчас попробуем соединить первое и второе. Все вместе. Так, картинку, чтобы у нас сошлась пара. Сейчас у меня идет пара. Расстояние 2 метра. Почему 2 метра? Потому что каждый шаг где-то 70 сантиметров. И у нас получается так, что мой третий шаг будет, сейчас я еще сделаю, мой третий шаг, он практически фатальный для моего партнера. То есть я уже применяю технику, то есть можно третий шаг. Я практически подталкиваю свой партнер. Ну, это и нужно моему партнеру, чтобы он применял технику защиты и потом в последующем атаке. Я делаю разворот через спину.
делаю перепад. Смотрите, как он сидит. Меня держит крепко. У меня есть вот такая рога, видите, пальцы. Видите? Вот потом делает разворот через живот. Я его фиксирую. Он делает разворот через спину. Перепад. Я делаю разворот через живот. У меня фиксирует. Давайте попробуйте. Левой и правой рукой самостоятельно. Вот вам.
Понимаешь, как мы
крючком, будет сразу же разворачиваться, чтобы сделать опять свое так. Я его опять фиксирую. И он начинает опять разворачиваться. И я понимаю, что в этот момент меня могут бросить, и опять будет разворачиваться. Этот круговерт может повторяться сколько угодно. Но в конце концов кто-то должен завершить. Поэтому мой партнер защищается. Завершает. Смотрите, как он становится. Он блокирует мне плечо, вот так. Я же разворачиваюсь вот в эту сторону. Мое плечо заблокировано, я не могу развернуться уже. А здесь идет натяжение. Если сильно потянуть, то плечевой сустав может почувствовать, что есть болевой эффект. И вы становитесь в положении лучника. Видели лучника, да, становится? Вы натягиваете партнера. Вот в этом положении у моего партнера уже без исхода. Знаете, как я натянул его? Я просто отпущу отойдем пару. Только благодаря мне он стоит еще. Я просто такой жалостный. Не допускаю. Но здесь, если рассматриваем именно боевое искусство дзюдзюцу, классическое, да, то здесь уже все, у него спина открыта, он наиграл, он меня не видит. Вот, да. Да? Вниз опрокидывает. Любая атака здесь болевой и так далее. Вот это так. В общем, о чем идет речь? А с виду это достаточно безобидное просто перемещение, которое учит владеть своим телом, перемещаться в пространстве. Знать, что можно развернуться спиной, знать, что можно развернуться животом, знать, что можно перехватить захват и в конце концов показать, что твоя техника